Я Дэн Профи, и вы, конечно же, наши, мои подписчики Профи. Да. Сегодня мы будем играть Бравл Стар Забула, или даже называется Бравл Пассажир. Пожалуйста, подпишитесь, это очень драк. Я буду 3 видео в день, а так я вообще, а я так 2 видео в день. 2 видео в день, окей. Это, ну, для меня это немного 2 видео в день. Я перепишу, выходила чаще, чтобы я перепишу. Я буду раза в день выпускать видеоролики, и за это будет больше просмотров, может, и лайков. Если вам понравится контент, я увижу по количеству лайков. И по подписчикам. Я начинаю сейчас лазер, так что поставьте лайк. Я просто хочу немного подписчиков, представителей, клиентов и так далее, друзьям. Я подписываюсь только 3 друга, а третий подписчик. Вот это я уже хз, потому что я, может, это еще один мой друг, а я вам не скажу. Ну, что вы его знаете, типа, каким-то местным, ну, или не знаете, я, короче, не понимаю, играю или нет, но это важно. Он решил отпишется. И жалко, что нельзя смотреть именно, кто подписался. То есть можно кто-то. Попадаем. Хотите, чтобы я быстрее, я в каком-то из видеороликов поднял 8000, поставьте лайк, и это произойдет уже на следующем видеоролике. Ну, если вы не хотите, просто не ставьте лайки. Это честно ваш выбор. Я никого не заставляю ставить лайк, но я просто поставлю хотя бы человек, поставлю хотя бы один лайк, это я не знаю, какой сам номер будет. Скажите мне, пожалуйста, какой видеоролик самый лучший для меня, по вашему мнению. Кстати, забыла сказать, что видео планируется будет. То, что он у меня просто не работает. Тут я вас предупреждаю, что я сейчас не могу.
почему я не знаю. Извините, но по техническим причинам. Это будет, вообще не знаю, кто этого видел. Ну, вроде 16-го раунда, да, 16. Не дает нам бесплатный скан, потому что он стоит. Король варвар был. Такой прикольный скин, да. Загуляю. Ну, на нём она скинула поганую тоже. Так что мне написали. Ну, я могу на нём прокачаться с Линишем. Ё-моё. Пока. Мы сейчас... Блин, а я слышу. Я тупо слышу. Самый долгий видеоролик. Вообще, когда-либо я снимал и самый сильный видеоролик. На этом грустном моменте, конечно, мы будем заканчиваться, особенно грустное для меня. Всем пока, до следующих встреч.